Детская железная дорога приглашает на новогодний экспресс. Он будет курсировать с этого дня по 7 января. Пути пассажиров будут сопровождать герои сказок. Кроме того, их ждет встреча с Дедом Морозом и театрализованное представление. В стране начались досрочные выплаты пенсии за 25 декабря. Сегодня получить пенсию можно в отделениях почтовой связи Брестской, Витебской, Минской, Гомельской, Гродненской, Могилевской областей. 25 декабря будут работать только дежурные отделения почты. В РНПЦ «Мать и дитя» в 2021 за счет бюджета проведут 1000 циклов ЭКО. В этом году результативность процедуры достаточно высокая – более 43%. Бесплатно сделать попытку ЭКО можно будет исключительно семейным парам, в которых оба супруга – граждане Беларуси и возраст жены не превышает 40 лет. В Беларуси снова разрешили продажу бенгальских огней и хлопушек. Это предусмотрено соответствующим постановлением Совмина. В августе этого года правительство запретило торговлю всей пиротехникой. Теперь же запрет не будет распространяться на бенгальские огни, хлопушки и фонтаны холодного огня.